Всем привет, ребят. Продолжаем наш трешечок. Третьи кошмарки сегодня у нас. Первые, вторые, в принципе, мы затащили. Так, Кристалл Гусь. Составчик тоже. Прохожу все подряд. Как видите, никого не поменял. Нуба состав. Чтобы показать вам, что тут особо многого не надо. Просто прокачать магию и топовых баферов, и в принципе вам ничего больше не надо будет. Еще можно, конечно, гильдийскую магию брать, если вы будете состоять в гильдии, но об этом мы попозже поговорим. Поехали. Раз, два, стартуем. Опять же, с тыковки для того, чтобы набрать разгон. Без разгона вас просто нахрен сольют. Как меня сейчас сольют. Ничего себе, ничего себе. Ну, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, чуть-чуть, чуть-чуть. Красавчики. 3-1. Мы, в принципе, можем проходить не на 3 звезды, это не столь, ну, важно. Главное, хотя бы 2 звезды затащить. Так, ну, добивайте. Вот видите, Цепелина взяли. Уже будет получше проходить. Конечно, он еще не топовый. Но этого хватает. Ничего себе, как укротитель там раздает по зоне. Жесткий он с первым скиллом. Тут все решает разгон тыковка. Но смотрители, конечно, это просто жесть. Если вы прокачаете смотрители, все. Я сам в шоке с того, что они делают. Так, отлично. Отличненько. Так, что тут у нас? Атлант. 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 Ладно, побежим отсюда через Атланта. Понеслась. Шанс слива, как обычно. Так, разгончик есть. Смотрите, что там делается. Ух ты, звери. Даже берсовая тыковка вообще на изи просто разгон дала. Вместе с Купидоном. Как детей. Так. Накопил я немножко карт за неделю. Это все накопленные, ребят. Так, окей. Ну, блин, смотритель мне нравится. Это просто какая-то жесть. Смотрите, что делается. Просто вынесли в сухую. Круто. Вот это я понимаю прохождение налегке. Такс. Делаем, используем чит, донатный чит. У нас немножко не хватает золота. Почитерим немножко в рейдах. Вот так вот, вот так вот их. Так, убираем этот чит. Кто там у нас был на его месте? Эй! Ты вместо кого был? А, друид. Такс, поехали дальше. Ну, давайте немножко качнем ему. Пусть подрастет. 7, говорю 7. 3-4. Кошмарка 3-4. Раз, два, три, четыре. Хера себе вас тут. Как это вас всех пройти, я даже не знаю. Ладно, сейчас будем пробовать. Можно, конечно, заклинательницу сюда втулить.
Ну, думаю, мы без заклинательницы сейчас тут должны справиться, если, конечно, мои не сдохнут. Красавчики. Просто сейчас разруха всех поимеет, если смотритель не хлопнет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай! Купидон, я в тебя верю. Ты затащишь. Это просто жесть, ребят. Смотрите, что делает смотритель. Ну, конечно, Купидона тут могут слить. Я что-то не понял, от кого Купидон хилится. От смотрителя, что ли? Вот это да. Вот это чит. Просто вот, просто изи. Я не знаю, конечно, что у нас сейчас получится. Если Купидон подойдет и смотритель не ударит, то нам просто жопа будет. Офигеть, посмотрите на урон. Че это такое вообще делается? Где это видано? Чтобы Купидон тащил кошмарки. Просто какая-то имба. Обидно будет, если его сейчас просто тупо затушует дерево. А оно так, наверное, и будет. А может и нет. Ну, офигеть. Жестко. Вот это было жестко. Короче, ребята, качайте Купидона. Он тащит на подземках. Так, одна минута. Успеем, не успеем. В принципе, льдышка должна успеть. Тут у нас башня одна. Не, должны успеть. Все отлично. Ого, 127к, ну... Вот так вот. Вот это называется жесткий Купидон. Бля, 21 секунда, наверное, не успеет. Давай, я в тебя верю. Не успеет. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Красавчик. Просто жесткий Купидон. А вы там ноете, что вы не можете пройти ее. Тут один Купидон просто решает. Все имбы посливались, а Купидон затащил. Так, окей. Какая-то там у нас пятая, по-моему, по счету. Я уже даже сбился со счета. Так, тут делаем так. Раз, два. На драконах. Поехали. Тут разгончик получили сразу же. Вот так вот их. И все, и до свидания. Просто промчались. У меня точно берсовая тыква? Да, 100% берсовая. Кто скажет, тихаря поменял. Так, ой, я помню эту подземку. Такой был когда-то на ней трэш. Реально, блин. Это была жесть просто. Как тут было сложно. Так, тыква, эй. Тыква, ты чё? Ты чё, блядь? Решай давай. Так, ну куда ж ты побежала вперёд-то, а? Жесть. Опять Купидон зарешал, ну. Эти Купидоны какие-то жесткие, смотрите, соло четверть базы выносит просто. Вот она имба настоящая. А я тыкву качнул быстрее, чем Купидона. Офигеть. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали дальше, следующее, так, ну тут
принципе, ничего должно сложного не будет. Попробуем даже так вот по центру. Как нубы сразу в лоб. Тут можно заморозить по центру. Получить дальше разгончик. И благополучно все пройти. В общем, вот так вот. Как видите, ничего сложного нет. Берсовая теква. Еще рулит. Ну, это пока. Пока мы не дошли до седьмых кошмарок. Так, 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 есть. Поехали дальше. Восьмая. 3-8. Так, тут тыковка у нас внизу. Атлантик, суккуб. В принципе, там картина не лучше. Давайте пробуем просто сверху забежать. Люблю быть сверху. Так, отлично. Ой, что-то они так разогнались, страшно. А шапку кто убивать будет? Ну, вот как-то так, ребят. 3-8. Пройдено. Без Анубиса, без Минотавра. Без Огникрыла. Так. 3-9. 3-9. Так, ну что тут? Попробуем отсюда сбоку стартовать с тыквы. Понеслась. Вот это мясо. Так, что-то мои слились. Фига себе, вы чё? Опять Купидон остался, но не зарешал. Чуть-чуть не хватило ему. Ну, прошли на две. Так, отлично. Поехали дальше. Десятую затащим. Потом вернемся, добьем эту. Раз, два. Стыковки. Я сказал стыковки. Вот так. Сейчас бы, если разруха включился, сейчас бы нам люлей тут навешал. Все вместе. Ну, как видите, это 3-10 ни о чем. 3-9 это посложней. Из-за того, что там целей побольше. Так, поехали. Добьем ее. Давайте уже стартанем снизу. Что-то я не туда кинул магию. Ладно, пофиг. Зачем нам магия, если у нас есть смотрители? Посмотрите, что эти смотрители творят. И что сейчас разруха с нами сделает? Наверху бульдозер против разрухи. Разруха вин. Купидон против разрухи. Жесть. 79%. Портит такой видос это 3-9. Эх. Не видать мне Оскара. Такс. Ну давай уже. Так, еще разок. Раз, два. Обязательно стартуйте с тыквы, чтобы получить максимальный разгон. Главное только не проспать. Вот этот вариант. Заморозить разруху. Заморозили. Ну, вообще изи. Разруха, гудбай. Вот так вот. Что у нас получилось? 720. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ушло 15 минут, и мы прошли, в принципе, ничего сложного. Состав тот же. Нуба состав. Все, всем удачи, всем пока.